Кто перестал стремиться к лучшему, тот перестал быть хорошим. Так считают специалисты акционерного общества «Велле» из Западной Германии. А они известны в 140 странах. И не просто известны, а сумели завоевать доверие у самых капризных модниц. С продукцией этой фирмы знакомы и наши московские женщины. Вспомните, естественный цвет вашим волосам, неважно какого оттенка, темного или светлого, придает кремообразная устойчивая краска «Калистон» или «Эффектон». Эти препараты изготавливаются московской косметической фабрикой «Свобода» по рецептурам фирмы «Велла». Находится эта фирма в городе Дармштадте. И вот впервые в СССР «Велла» не просто участник семинара-симпозиума московских и западногерманских мастеров-парикмахеров, которые проходят в концертном зале гостиничного комплекса «Измайлова», а и автор интересного шоу «Фантазия-88». Руководитель представления считает, что их фирма придерживается правила «Сегодня отвергаю, а завтра ношу сам». Безусловно, в этом есть доля истины. Ведь еще Альберт Эйнштейн однажды сказал, «Те, кто недавно утверждали, этого не может быть, теперь пожимают плечами. Кто же этого не знает?» И еще. Современные модные прически, говорят мастера фирмы, должны обязательно отвечать и вашей косметике, и вашей одежде. Сегодня деловые контакты между фирмой и московскими предприятиями расширяются. И представители «Веллы» говорят, СССР – надежный партнер. Работу ваших парикмахеров мы оценим очень высоко. Ваши парикмахеры отправляются в различные заграничные турне, на семинары и на конкурсы, и там повышают свою квалификацию. И это видно в повседневной работе. Остается добавить, что средства от представления шоу фирма передала Фонд мира. А награды Фонда мира, которые вручили представителям «Веллы», собравшиеся встретили аплодисментами.